Юлия Кудрявцева, член творческого объединения «Вдохновение». Плетение кружев – кропотливый и увлекательный процесс, которому мастерица посвятила уже 10 лет. С кружевом фриволите познакомилась давно, заинтересовалась и освоила самостоятельно. Мастер свободно владеет этой техникой. Фриволите – это челночное кружево. Всего два челнока и два элемента – дуга и кольцо. А сплести можно все – от маленького цветочка до большой скатерти. С недавних времен мастерица активно осваивает вологодское коклюшечное кружево. Для работы в этой технике необходимы специальные инструменты – пяльца, козлы, подушка, валик и коклюшки. Не обойтись и без сколка и булавок. Освоив всего два приема – перевить, сплести, можно постигнуть технику коклюшечного кружева и совершенствоваться в ней всю жизнь. Интересно, что Юлия Кудрявцева научилась коклюшечному кружеву по видеоурокам вологодского художника по кружеву Ираиды Зубаревой. На счету Юлии уже несколько интересных работ в этой технике – колье и серьги, митенки, косынка-сорока, отделка со стойкой и салфетки. Юлия Кудрявцева принимает активное участие в различных выставках, конкурсах и фестивалях. Как в Донецке – праздник пожеланий и чудес, узорочи, гостиный двор, так и за рубежом – всероссийский конкурс «Серебряная коклюшка», город Вологда.